Вы что творите? У вас точно не все дома! Чудесный день представляет. Гик, ты чего так распереживался? Все живы и здоровы, все хорошо закончилось. А если бы нет? Как вам вообще в голову пришло прыгать с такой высоты? Где ваши мозги? Это всего лишь игра. Мы так в детстве развлекались. Прыгали с высоты и в процессе полета цеплялись за лианы. И спокойно по ним спускались вниз. Непередаваемые ощущения. Нет, это невыносимо. Гиганотозавр. Ты куда? К трицератопсу. Попрошу у него каких-нибудь успокоительных травок. Я не думал, что ты такой слабонервный. А я и не подразумевал, что ты такой безбашенный. Надеюсь, трицератопс ему поможет. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но... Спасибо, Тирекс. И прости. Это я должен извиняться перед тобой. Тогда, в детстве, я совершил ужасный поступок. Именно из-за этого тебя выгнали из дома. И тебе пришлось очень нелегко. Но поверь, все эти годы я постоянно помнил об этом. И мне было стыдно. К сожалению, исправить я ничего не могу. Прости, Энгель, если сможешь. Честно говоря, мне кажется, я простил тебя. Я точно не уверен еще, но мне совершенно не хочется тебя больше наказывать. У меня к тебе есть одна просьба. Слушаю. Можно я останусь в долине динозавров? Странный вопрос. Ты вожак долины. Да какое там? Все жители только и мечтают о том, чтобы ты вернулся. А на меня косятся из-под лобья и боятся. Ты их вожак. Так что пойдем объявим всем, что ты снова их предводитель. Нет. Почему? Ты победил в честном бою. Я проиграл и не могу быть вожаком. А сражаться с тобой еще раз, что-то у меня нет желания. Ты сильней. Значит, тебе и руководить долиной динозавров. Но я не хочу. Придется. Но Тирекс... Это мое окончательное решение, и оно не подлежит обсуждению. Как всегда. И почему ты такой правильный и упрямый? Ты куда? Мы еще не договорили. Умеет он вывести меня из себя. Thank you.
Будь осторожней, Кора. Он чуть тебя не заметил. Гик, Гик, ты знаешь, что произошло сейчас? Даже боюсь себе представить. Энгель с Тирексом помирились. Это я уже понял. Не перебивай меня, пожалуйста. Так вот, Энгель сказал, что не хочет быть вожаком долины динозавров и попросил Тирекса вернуться. И угадай, что ответил Тирекс? Он отказался. Как ты догадался? Я хорошо знаю Тирекса. И что ты об этом думаешь? Думаю, что Тирекс поступил правильно. Что значит правильно? Пс-пс! Птеродактиль, лети сюда! Ты это слышала, Корра? Как он мог такое сказать? А ты что здесь делаешь? Прячешься? Нет, слежу за гигантозавром. Зачем? Хочу вывести его на чистую воду. Он предатель. Он прикидывается другом Тирекса, а на самом деле мечтает, чтобы Тирекс ушел из долины, а он бы стал вожаком. Что за глупости ты говоришь? Вот и ты не веришь. А подумай своей головой. Когда Энгель напал на Тирекса, все динозавры готовы были встать и защитить его, и прогнать Энгеля. И кто им запретил? Гик. А когда я собрала всех сильных динозавров в долине, и мы победили Энгеля, кто нам приказал его отпустить? Опять Гик. И сейчас он обрадовался, что Тирекс отказался стать вожаком. Тебе и правда все это не кажется странным? Теперь кажется. Но как он хорошо притворялся все это время. Ух, предатель! Так это значит, что наш Тирекс в большой опасности. Вот именно поэтому я и слежу за ним. Чтобы разгадать, что он задумал. Ты со мной? Конечно, я эту новость по всей долине разнесу. Нет, птеродактиль, просто пока наблюдаем. Я смотрю, Гик начинает действовать. Уже самых сильных подговаривает на что-то. И кажется, они переходят на его сторону. Решил гиганта в свою команду позвать, чтобы с Энгелем сразиться. Умно. Я понял тебя, Робис. А где я могу найти Эля? Посмотри в кустах, возле пещеры. Он там любит проводить время. Спасибо. Значит, я могу на тебя рассчитывать в случае необходимости. Конечно. Эй! Что? Прости, что разбудил, но у меня к тебе очень важное дело.
Что тебе нужно? Сейчас все объясню. По-моему, пора предупредить Тирекса о надвигающихся событиях. А может, рано еще? Мы же не выяснили, чего задумал Гик. А что тут непонятного? Он настроил всех самых сильных динозавров против Тирекса, переманил на свою сторону Робиса и Эля. Этого достаточно, чтобы заставить Тирекса покинуть долину динозавров. А если мы его предупредим, то у Тирекса будет время подготовиться. Может, Энгель ему поможет по-братски, раз уж они помирились. Нет, больше нельзя медлить. Пошли! Тирекс, тебе угрожает большая опасность. Да? От кого на этот раз? Ты так спросил, как будто тебе все равно. Я просто привык, что мне что-то угрожает. Прости, Кора, я тебя внимательно слушаю. От кого мне угрожает опасность? От гиганта-завра. Ты в своем уме, Кора? Мне совсем не нравятся такие шутки. А я и не шучу. Я давно уже заподозрила, что он предатель. Но никто больше этого не заметил. И я начала за ним следить и выяснила, что он собрал много динозавров из этой долины, а также Робиса и Эля. И в самое ближайшее время они собираются напасть на тебя и выгнать из долины. Ты правда думаешь, что я в это поверю? Нет, Кора, я хорошо знаю Гига и доверяю ему, как самому себе. Ты чего-то перепутала. А вот и нет, я тоже все видел собственными глазами. А что? Это многое объясняет. Например, то, почему он не дал нам встать на твою защиту от Энгеля. Он так поступил, потому что знал, что я буду против. Гик хорошо меня знает, и он всегда был предан мне. И вам всем не удастся меня убедить в том, что Гик предатель. Кто предатель? Я не ослышался. Я? Ты. И тебе больше не удастся притворяться хорошеньким. Мы с птеродактилем следили за тобой и разгадали твой коварный план. Да? А я могу узнать, что за план? Не прикидывайся. Где ты сейчас был? На охоте. А вот и нет. Ты встречался с Робисом и Элем. Разве нет? Будешь отрицать? Не буду. Все, Кора, хватит! Что за допрос ты устроила? Прости, Гик. Я только начала. Может, ты будешь отрицать, что вы объединились с Грогом, Алмазом и Спином? Было такое. Вот видишь, Тирекс, я права. В чем? Как же ты не понимаешь? Гик, Алмаз, Спин и Грог отправились к Робису и Элю, уговорили их помочь и выгнать тебя из долины. Ух, Кора! Я и не думал, что у тебя такая богатая фантазия. Гик, расскажешь сам, зачем вы ходили к Робису или мне? Я сам. Мы с Алмазом, Грогом и Спином решили поймать тех спинозавров, которые украли Тирекса и держали его в плену несколько недель. А без помощи Робиса и Эля
мы не могли обойтись, так как не знали, где искать этих двоих. И ты думаешь, я тебе поверю? Не знаю, но может это тебя убедит. Грок, можешь притащить сюда нашу добычу? Это что, правда? Неужели я ошиблась? Да, Кора. Как же так? Я была уверена на 100%. Нет, этого не может быть. Кора, постой! Она очень милая. Я ее догоню. Спасибо вам, что поймали этих преступников. Не за что. Мы всегда готовы служить своему вожаку. Я не вожак. Но это пока. Я уверен, что скоро все встанет на свои места, и мы снова будем жить, как прежде. А пока скажи, что делать со спинозаврами? А почему ты у меня про это спрашиваешь? А у кого мне еще спросить? Ты же вожак. Я не вожак! Я это понял. Не злись. Так что делать со спинозаврами? Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.